Айдахо. Ну, тут если телефон упадет, даже искать нет смысла. Да? Ну, как телефон найдешь? Во-первых, не сориентируешься. Палку сразу кидать в автокате. Правильно? Все. Ну да, ты прав. Да и, наверное. Че? Не стоит вообще ничего искать. Да не, я держу хорошо. Да сними с кого, как эти брут. Вагонетки и москвы сидят. Красиво. Давай. Я на увеличение пишу. Засними вот эту комплектальную москву. Встали. Да, что-то стоим потихо. Автор записи. Друг. Это подъем на первую трассу, на самый верх, второй подъемник уже с пересадкой. Бадик сзади прет. Угу, бесит. О, что-то мы как-то вообще с тобой. Сначала вниз, потом вверх. Куча трасс, хорошо. Мы сейчас за скалу зацепимся, смотри. Мы что-то провисли, нет, с тобой. Ты что? Выдыхай. Нормально, да, прошли? Вперед снимайся, смотри, как ты все выше и выше и выше. Тени такой на деревьях красивый, да? Выше, да, идет. Там лучше снега. Какие-то звери тут бегают постоянно. Так, мы поднялись еще немножко повыше. На деревьях иней. Очень красиво. Полная тишина. А горы уже вот так вот все видны. Потом, Игорь, фотоаппаратом по-хорошему прокатиться, сфотать. Вот отсюда, посмотри, какой вид. Угу. Потом скинешь фотку, я распечатаю ее. На бумагу повешу. На фотобумагу. Трассы очень экстремальные для подготовленных лыжников. Лыжников, точнее. База все дальше и дальше и дальше. О, что-то опять встали. Здесь кто-то ходил сюда вот. Кто-то упал, наверное, с подъемника. Здесь не высоко.
Че, фрирайд устроим, Серый? Слышь, вон гора, смотри, справа. Еще выше, чем это. Что-то много остановок сегодня. Хорошая запись была. Циклы лес. Угу. Вот здесь, если сфотаться. В таком линии, да? Хм. Это надо там наверху вот смотреть. Там тоже надо такое есть. Ты можешь вот эту трассу какую-то поснимать. Спуск начался. Мы еще их нагоним. Почти уже приехали. Китайцы. Ну вот, мы забрались на самую высокую точку, первая трасса. Все, Серый, глуши запись, надо спрыгивать, держи лыжи. Нет, ты лыжи держи, давай не перчатку. Держи лыжи. Я не хочу пока глушить. Снимай ноги. Сейчас, я на паузу поставил.